серое здание видишь? Да, да. Вот нам туда надо пройти, короче, прикинь. Вот через вот это вот все. Желательно напрямик. Вот так вот раз туда. Тон. Не, по стройке мы не пойдем. Нет, в смысле, не хочу постройки. Нормально, вот здесь вот я тебе говорю, просто раз и пошел туда, вот так. Ну просто вот, ну хотя бы, нет, вру, вот здесь. Вот здесь, может даже по дорожке, ладно. Нам туда вроде. Там домик стоял, трактор рушит. Да? Ну там этот выпирал походу. Что, ты карту включаешь? О, пойдем за мужиком. Походу к этим бетонным штукам будут сейчас крепить, короче, другие длинные и их заливать. Прикольная технология, да? Офигенная стройка. Слушай, а там что, полазить можно? Да ладно. То есть так заходишь, короче. По карте, Сань, глянешь, где мы? Комфортно. Слушай, смотри, а там тут уже покрашено даже. Все, фоточки. О, времяночка, СИП. Халявное электричество. О, вот, а тут СИП поинтереснее, смотри. О, прикольные, кстати, это. Как они называются-то? Орехи. Бидон-мешалка. Антон-мешалка мешает Антон. Бетон-мешалка мешает бетон. А? Только не ногами. Я ими хожу. О, нифига. А что, ее можно это пошевелить? Да, ручную. А попробуй. Не подумал. Это полезно. Да у нас бред, это что мы катаемся. Еще и дальше продолжается. Ой, кстати, вон через Москву.